Спасибо большое, Тирамп, за донат. С текстом смотрел мультсериал «Дарья». Охуенная штука. Чел, мы с Дашей посмотрели почти всю «Дарью». И мы последний сезон, типа, не досмотрели, потому что там что-то уже, типа, сюжет какой-то грустный стал. Типа, кто-то с кем-то, блядь, расстался, не с теми начали мутить. Ну, то есть, какая-то хуерга произошла. Вот. Или что-то, ну, я не помню, что-то там, короче, не то было. И нам что-то как-то не так интересно стало. А так, в целом, да, Дарья, okay. Следующая песня тема. Называется «Удовольствие от боли». Надеюсь, вам понравится. Для детей, ребята. Кайфово. Раз, два, три, четыре. Трент, не сыграешь флиртующую девушку за стойкой? Мне надо заточить медиатор. Где пиво? Пусто. Это спагетти? Мое любимое блюдо. Вообще-то это фетучини болоньезе. Вспомнил. Это и есть мое любимое блюдо. Они даже не слипаются. Привет. Как прошел день? А, это нарезка моментов с этим чуваком просто, да? Не волнуйся. Я уверена, что мистическая спираль на грани прорыва. Надо было нам сменить название. Пока. Трент, ты куда идешь? Гулять. И когда собираешься вернуться? Потом. Пока. Я, кажется, читал в старших классах. Ну, это вроде как классика. В детстве я любил смотреть про шерифа Гекельберри. Хотя, если подумать, у них мало общего. Алло! Кто это? Это ты же мне звонишь? Кто это? Я не тебе звонил. Ну, нифига себе! Значит, ты пришел к Дарье. Ну, да. Дарья особая девочка, правда? Ну, да. Сколько тебе лет? Чего? Вам не кажется, что уже слишком поздно, чтобы приставать к людям? Извините, я не знал, что 7 часов это поздно. Я помогу тебе, Дарья. Вот. Это что? Это моя рука. Я думал, тебя еще часа два не будет. Я прямо с репетиции. Мы поздно закончили. Точнее, рано. Я хотел кое-что спросить. У меня? Ну да, у тебя. И что? Ты хотел что-то спросить? Да, конечно, я все понял. Отличная идея. Увидимся пока. Я заеду за тобой завтра утром, не слишком рано. Где-нибудь часов 12 или позже. Ладно. Ну или когда получится. Ты для меня? Ты же моя муза. Правда? Она называется «Маленькая дурочка». Это ее сон, по-моему. С какой стати крутому мне писать о тебе песни? Кем ты сейчас разговаривал? А тебе-то что? Ты странно себя ведешь. Еще более странно, чем обычно? Не пытайся меня запутать. Ты себя странно ведешь. Ты сама странная. Ты странный. Ты. Куда ты пошел? Ты кто, мать? Дженни, я хотел одолжить твою зубную щетку. Бери и ни в чем себе не отказывай. Круто. Джейн, я весь день думаю об орехах. Я должен их съесть. Они оккупировали мои мозги. Я больше не могу! Так, какао больше не наливать. Кажется, на той неделе ты варила кофе. Ужасно выглядишь. Что случилось? Мы с Джесси всю ночь пытались написать новую песню, но нам нравится из нее только один единственный аккорд. Алло? Дарьи здесь нет. Вам нужны Моргендорферы. Трент, что случилось с человеком, за которого я выходила замуж? Мы так и не поженились, помнишь? Я проспал. Стены сдвигаются. Лед становится тоньше. Это я. Нет места для одиночества. И дом мой уже не дом. Мне жизни нет. Мне жизни нет. Стены сдвигаются. Да. Это моя рука. Посмотри, моего душевно. Бля, тут какой-то прям это... Да. Сборище шиперов. Ладно, в общем, спасибо за донат.